Всем привет, с вами товарищ Самогилкин. Скоро 14 февраля, день Святого Валентина. И многие хотят сделать подарок своей второй половинке. Сегодня мы сделаем валентинку из бумаги. Чтобы ее сделать, нам понадобится квадрат, желательно цветной, бумаги и клей по желанию. Ну что ж, приступим. Я не буду объяснять, что как делать, потому что это все очень просто и понятно. Получилось. Даже как можно всегда делать подарок не по письму со своими чувствами. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы ускорить новые видео. Всем до встречи, пока!